По нашей информации, по информации наших источников, представители Ташира приезжали в администрацию города для того, чтобы провести переговоры и участок, который достался им совершенно бесплатно, передать, как они называют, а по сути своей продать компании международной Leroy Merlin, которая является компанией, занимающейся продажей сантехники, строительных материалов. То есть фактически перепрофилировать данный участок под строительство строительного гипермаркета и по сути своей заработать на этой сделке.